каждый выбирает для себя. Привет, друзья, партнеры. С вами Александр Камаев. Сейчас многие волнуются по поводу того, чтобы успеть зарегистрироваться во время промоушена, то есть до 10 июля, на нашем Live Trends, чтобы получить бесплатный ваучер на 99 евро для бесплатного подключения кого-то из неимущих своих приятелей в наш бизнес. Многие там сидят на почте, вот ждут, когда на почту придет письмо. Этого делать не обязательно. Вы заходите в свой кабинет и видите «You have no unseen notification». У вас ноль непросмотренных уведомлений. Это значит, что вам письмо еще не ушло. Если вы попробуете зарегистрироваться, выйдете в C100, сейчас он имеет такой вид, и нажмете «Live Trends», то вам выскочит такое сообщение. «Live Trends is currently rolling launch to save the service. It will be your turn later during a week». Live Trends сейчас работает по сохранению сервиса. Видимо, вот речь о регистрации. Их надо обработать и все такое прочее. Вы сможете вернуться позже в течение недели. И так будет всегда, пока у вас здесь висит ноль просмотренных, непросмотренных уведомлений. Когда вам придет письмо на почту, здесь появится другое сообщение. Вот такое сообщение у вас тут появится. И после того, как у вас появится здесь такое сообщение, вы сможете выйти на C100 и зарегистрировать. Даже не заходя на почту, не проверяя, что там пришло письмо. Поэтому можно особенно не переживать и просто посматривать, какое сообщение у вас здесь стоит. И как я уже сказал, после получения сообщения о том, что вам выслано письмо, фактически это сообщение о том, что вам выслано, можно на почту не заходить. Можно тогда нажимать C-Store, кликать Live Trends, и вы начнете процедуру регистрации, как я уже показывал в предыдущем ролике на эту тему. На этом я закончу. Всех вам благ и успехов. С вами был Александр Камаев. Всем пока. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя.